Свыше 11 тысяч малышей в этом году будут зачислены в детские сады. В регионе продолжается строительство дошкольных учреждений и капитальный ремонт уже действующих. А Курская глубинка обзаведется новыми дорогами и системой водоснабжения. Подробности обсудили в пятницу на заседании администрации Курской области. За последние 4 года построено 14 детских садов, 12 реконструировано, почти сотня капитально отремонтировано, открыто отделение в нескольких десятках школ. Благодаря этому появилось более 10 тысяч дополнительных мест для маленьких курян. Еще 1800 будет создано в этом году, что позволит ликвидировать очередь для детей от 3 до 7 лет. Вообще в очереди от рождения до 3 лет, то это 22,5 тысячи. Но такова практика сложившаяся, когда сразу родившись, родитель записывает своего ребенка в детский сад. В актуальном спросе эта группа детей до 3 лет, в актуальном спросе, это значит, они хотят сию минуту, вот сейчас, 239 человек. В этом году в регионе появится несколько новых детских садов в Ольгове, поселке Карлолипнихта под Курчатовым и селе Заолешенко Суджанского района. Что касается областного центра, то тут главная проблема в неравномерном распределении дошкольных заведений. В районах, скажем, Кимбалакно, детские сады – свободные места, КЗТЗ – свободные места, парковые – свободные. С маленьким ребенком не будут же ехать через весь город, везти его там с северного микрорайона на КЗТЗ. Да. У людей естественное стремление, желание, чтобы это было шагом недоступности. Мэр Курска заверил, проблема решится в ближайшее время. Также на заседании внимание уделили социальному развитию глубинки. Много вопросов вызвало строительство Жерновецкой школы в Золотухинском районе. А сегодня процент готовности? Ну там 30%. Корпус не построен, и крыша не построена. Это 30%. Ну и что мы будем делать с этой школой? Стройка идет или остановка? Значит, стройка идет, но финансирования не хватает. Получили Золотареву и Сергей Александрович Дюмин готовит совещание, на котором мобильно смотреть ход строительства Жерновецкой школы. В рамках программы по социальному развитию села свои двери открыли 6 школ. Проводится газификация, строится жилье для молодых семей. До 2020 года на новые дороги в глубинке пойдет около 1 миллиард рублей. Должно улучшиться и водоснабжение. Обеспеченность водой населения – это самый сегодня острый, злободневный вопрос. Составляет по области 64%. Мы должны за вот этот период постараться обеспечить население Курской области, сельское население, 133 тысячи человек обеспечить водой. В 2015 году планируется проложить 35 километров водопроводных сетей. 43 километра газораспределительных. 71 семье помогут с приобретением жилья. А в 2016-м акцент сделают на развитие культурно-досуговых учреждений. Ангелина Рязанцева, Тарас Степаненко, Геннадий Воробьев, телеканал «Сейм».